Загадку смерти известного чилийского поэта Пабло Неруды попытается разгадать группа экспертов, приступивших в понедельник к эксгумации его останков. По официальной версии, он умер в 1973 году от рака. Однако два года назад его личный водитель и помощник Мануэль Арая высказал мнение, что лауреат Нобелевской премии по литературе мог скончаться в результате введенной ему смертельной инъекции. Надежд узнать правду не так много, потому что было несколько подобных случаев в этой стране, которые прояснить так и не удалось. Так что посмотрим, мы будем просто терпеливо и спокойно ждать, не более того. Сегодня, завтра 60 или 90 дней, будем ждать. Смерть знаменитого поэта наступила через 12 дней после военного переворота в Чили, в результате которого от власти был отстранен его друг, президент Сальвадор Альенде. Похороны Неруды, проходившие под дулами автоматов, стали первой демонстрацией протеста против режима Пиночета.